Добрый вечер, любители классической музыки. Меня зовут Владимир Федосеев. Сейчас вы услышите пьесу, которую я играл со своим оркестром, нашим симфоническим оркестром имени Чайковского 24 года тому назад. モスクワ放送交響楽団は1930年に設立。これまで40年以上にわたってウラディーミル・フェドセーフさんが音楽監督を務めてきました。91年来日公演のメインプログラムはチャイコフスキーの交響曲第5番。感情の起伏が大きな波となって押し寄せてくるような熱演に客席は沸きました。その後のアンコールで聴衆は一生忘れないような体験をしたといいます。これからお楽しみいただくのはまさにそのアンコールピース、ガイーヌからレズリート曲とレイモンダからマンヌの場面です。なびす нужно играть вещи более эффектные, чем в программе даже, чтобы получить, так сказать, вот абсолютное удовольствие от публики, и публика от нас должна получить. Это как бы вот такой подарок сверх нормы. この時のレズリン歌舞曲は伝説の名演として今なお語り継がれています。特に個性的なパフォーマンスで聴衆を釘付けにしたのが首席打楽器奏者のアレクサンドル・サモイロフさん。今も現役で活躍中です。Да, да, и тогда уже, и тогда это уже, так сказать, играли довольно, да, трубачи великолепные тоже. Ой, это летало 24 года. Да, все, блестяще все. Да, это хорошие воспоминания такие. Хорошие, просто замечательно. Во-первых, слушатели очень, так сказать, возбуждают всегда. И потом, конечно, да. Вот этому молодому человеку, это же большая память, это же все-таки оставить 24 года и помнить об этом, это очень мало народа, кто это может. Мы рады, что в Японии это запомнилось. Да, это же, это как бы вас называют как бы дядя Лизгин. Да, дядя. Но в чем тут секрет вот этого? Секрет, братцы, очень простой. Вот с Владимиром Ивановичем мы работали 40 лет. 40 лет Владимир Иванович мне доверяет. И вот это доверие, которое переходит, он мне разрешает играть то, что другой дирижер не разрешает. Поэтому, когда играть то, что написал Хачатурян, это здорово, это все хорошо, никто ничего не говорит. И исполнители те прекрасные, тут я ничего не могу сказать. Но когда тебе дирижер доверяет, а ты соображаешь и очень любишь закавказские ритмы, и вообще любишь ритм, импровизации. Теперь я вам покажу медленно рюшок первый. Потом. То есть открытый звук, закрытый. И получается медленно. В быстром варианте один вариант быстрый, вот то, что я играю, я не буду громко играть. А есть другие варианты, то, что я играю. Теперь слушайте вот это. То есть огромное количество этих возможностей, огромное здесь. Но тут это зависит, конечно, как ты воспринимаешь эту музыку. Если ты любишь эту музыку, если ты в ней полностью варишься и получаешь от этого удовольствие, тогда у вас в жизни все прекрасно. Посмотрите ваше видение.